апгрейд, баги и винчестер. Не пугайтесь, а вот если вы программист, то вы точно не испугались, потому что это были слова из словаря терминов, который хорошо знаком программистам. Сегодня у них профессиональный праздник. В Ярославском бизнес-инкубаторе поздравили начинающих специалистов, студентов вузов и среднепрофессиональных учреждений. Для молодых профессионалов провели открытую лекцию, на встрече с представителями прогрессивных IT-компаний обсудили перспективы профессии и рассказали, как стать востребованным специалистом и получить работу в престижной компании. Студенты также поучаствовали в тематической викторине. 8 вузов здесь собралось у нас. Это студенты, программисты, те, кто увлекается. Наша надежда, с учетом того, что сейчас активно развивается тема цифровой экономики, развитие информационного общества, у нас стратегия вышла в этом году. Мы хотели всех поздравить.